Дэнни Монтана. Дэнни Монтана. Супер бич. Йоу-йоу-йоу! Сегодня ребята будут гонять на катере! На доске! Вот этот Алёша Попович будет. Катать. Алёша Попович будет тупить, там за как бы вот тупой качок. Хотя бы встал, блин, раз на эту доску. Ну чё, готов? Я ещё не пробовал ни разу. Расскажи, что вы будете. Сегодня мы будем учиться кататься на доске. Костя уже катал, да? Да. А я в прошлом году пробовал и не получалось. На сегодня, надеюсь, получится. Погодка классная, парит, тепло. Надеюсь, вода тоже теплая. Ну что, у Кости первый старт. Готов! Готовься! Готов? Давай, нога вверх, когда будет тянуть. Поехали. Вверх. Нормально, ты в принципе все правильно делал. Сейчас прочувствуешь немножко. Все, поехали. Дэнни Монтана. Дэнни Монтана. Супер бич. Это для видео, Дэн. Я себе по губе треснул, блин, этой сигой. Зачем ты за меня держался, Дэн?
тебя вспомню, ты понял? Друзья, это был супер отличный день. Я очень доволен тем, что удалось все-таки встать на доску, потому что в прошлом году мы катали на этом же катере, на этой же доске, и у меня не получалось, постоянно падал, срывался. Ну, впрочем, как и пацаны новенькие сегодня тоже. Надеюсь, в следующий раз у них получится. А я покатался, Костя тоже. Мы оторвались от души. Все на пляже отдыхающие видели, как мы проезжали на доске. Было круто. Кто нас видел, это были мы. Да, Дэнни Монтана, доктор Фарш, запомните нас. Так что вот так вот отдыхают качки, спортсмены на Днепре в Кременчуге. Меня забыли, мрази. Сиди там. Засунься там. Рыжий. Ты место занял спереди, сиди теперь там, чтобы жарко тебе было. Мне холодно. С вас лайк, королевский.